Вяз плакучий маура, Almus pendulum aureum, оригинальное штамбовое дерево, которое является прекрасным украшением сада и почти не требует к себя внимания. Крона зонтиковидная с возрастом начинает спадать красивыми тяжами. Вяз маура обладает густой, колоритной, не спадающей кроной в размере от 2 метров. Прекрасно подходит для создания тоннелей, живых изгородей, арок. Высота зависит от того, какого размера штамп, на который привито растение. Вяз мороу хорошо смотрится в японских садиках, саду из камней, в одиночных посадках или с рябинами, вишнями. В приствольном круге можно посадить ландыш, петунью. Вяз обыкновенный маура – это дерево с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май, апрель. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая, зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.